Затянувшийся ремонт тепломагистрали привел к катастрофическим последствиям для павлодарских предпринимателей. Более 4 месяцев перекрытые подъездные пути к торговым точкам стали причиной резкого падения продаж, говорят бизнесмены. Чтобы удержаться на плаву, некоторым из них пришлось влезть в долги. Подробнее в сюжете Ризабека Ахметова. Это лето для десятка павлодарских предпринимателей стало настоящим испытанием. Их бизнес лишился клиентов, соответственно, и доходов. А все из-за затянувшегося на 4 месяца капитального ремонта тепломагистрали, говорят бизнесмены. Единственный подъездной путь был перекрыт больше 4 месяцев назад. Ирлан Жумалиев все это время продолжал платить аренду, зарплаты сотрудникам и коммунальные расходы. Однако бизнесмен был вынужден влезть в кредиты. Если официально посчитать, то у меня где-то убытки составили 16-18 миллионов. Вот, за все лето, так как, ну, улица была закрыта, представьте, допустим, это мебельщики, они в основном приезжают все на транспорте, а так как подъехать ко мне было невозможно, получалось, что они просто ездили в другие компании, до меня не доезжали, вот. В результате вот такая плачевная ситуация сложилась. 3 арендатора не выдержали и покинули свои помещения. Восстанавливаться после такого ремонта придется долго, рассказывают бизнесмены. У нас у многих кредиты, да, и у нас арендаторы, никто не может платить кредиты. Ну, представляете, 5 месяцев не работая, людей нету, да, все закрыто. Все работы чиновники обещали завершить до 5 сентября, однако сроки несколько раз переносились. Открыли дорогу только ближе к середине октября, но все еще не завершили благоустройство тротуаров и подъездных путей. На тротуарах и подъездных путях подрядная организация устраняет дефекты на тех участках, на которых велись работы в ходе строительства тепломагистрали 13. Согласно договору, на все работы имеется гарантия сроком 5 лет. Срок завершения устранения дефектов до конца октября. Тем временем представители бизнеса рассказали, что готовят коллективную жалобу в компетентные органы в надежде, что им помогут вернуть потерянные деньги. Ризабек Ахметов, телеканал «Алматы», Павлодар.